Всем привет, с вами Пипстрич, мы продолжаем проходить игру Life is Strange, четвертый эпизод, проявочная в прошлой серии. В общем, у нас наконец-таки удачно прошли переговоры, не знаю с какого раза. И в общем, у нас без последствий, без всего, он нам спокойно отдал список своих клиентов. А теперь мы покидаем пляж вместе с Хлоей. Правда, не знаю куда, ну да ладно. Сейчас посмотрим, куда мы отправляемся все-таки. А, это у Хлои в комнате, по-моему, доска это. Вроде бы как. Ну и что вы думаете? Chloe, are you okay? I'm glad things worked out okay, ну, Frank. It's nice to have one less enemy in Arcadia today. Amen to that. Действительно, хорошо сказано. Ну чё? Мне стоит сосредоточиться на зацепках и найти между ними связи. Фрэнк. Привет, Макс. Решил вот пожелать вам с Хлоей удачи в поисках. С той немного ее частью, что у меня еще осталось. Спасибо, Фрэнк. Чем больше нас, тем больше у нас удачи. Непонятно, почему ты нравишься... А, понятно, почему ты нравишься Хлое. Заглядывайте, если захотите оторваться. И удачи. Действительно, мы с ним, так сказать, подружились. У нас тут... Нужно изучить улики от Нейтана, Фрэнка и Дэвида. Все ясно, но это мы сейчас... У нас тут новые были. Давайте поговорим сначала, наверное, с Хлоей. Hey, Max, see if you can put together all those Rubik's clues. Just holla if you need any info while I go online to make sure we haven't missed anything. Окей. Ну ладно. Зацепки. Давайте, наверное, начнем все-таки с... Нет, с Фрэнка начнем. Соберите информацию о персонажах. Сопоставляя заметки, для каждого персонажа есть определенное количество зацепок. А, зацепки. Так. Посмотрим, какие сделки... Так. Чё надо-то? Записная книжка у нас есть. Фотографии, листок, письмо. Листок, письмо и фото... Понятно. Нам надо письма. Подожди, это письмо же? А, нет. Это листок был, да? Да, это был листок. Листок. Okay, this is just sad, Max. А! Ой, не то. Так, нам надо не то делать, нам надо письма. Письма, письма. Наверное. No doubt she а, вот, вот это, письмо с вот этой фотографией. I bet I could suss out some major clues in Frank's account book. If I could decipher the damn code names. Ты достала. Я не понимаю, что тебе надо? Записная книжка, давай взглянем. Да, блин. Frank's account book. Имена зашифрованы. Открой, я посмотрю, может, я расшифрую. А листок тут чё? Frank is for sure the local dealer, but I doubt Rachel was carrying drugs for him. Ну, кто ее знает? Right? Ну, кто ее знает-то? Это что за письмо? So, what happened to Rachel after this? She dumped Frank, but I don't think he would hurt her. Я поняла, что с чем. Вот это? That does fit, а это с вот этим. Rotten. Да! Yes, the game. Now, talk to us, account book. Tell us everything. Так, давайте изучим. Let's see if I can find any deal Frank made with... Okay, Max, remember these names and see how Nathan fits in with all this. Запомнить все? Ты чё? Нейтан-то Рот, что ли, получается? Не, вот, но Рот, это Нейтан. Так, все запомнили, Рот. Так, взглянуть. Frank sure is keeping his customers satisfied. Нам надо Рот. He could open a store. Рот, Рот, вот Рот. Вот Рот. Нашла, нашла, нашла. Вот здесь вот Рот есть. Так, окей. И что мне надо дальше-то? Ну, есть один листок. Выбрать. Дальше смотрим. Здесь есть Рот, нет? В один день. Рот, Рот, точно. Supplies, no doubt. Значит, еще выбрать. I'm getting a contact high just reading this. А, в смысле? Так. Здесь нету Рота. Рта. Здесь тоже нету рта. Дальше.
If Frank applied this kind of detail to his life, здесь тоже нету. Who am I to talk? Значит, здесь? I wonder what dog name Frank would have given. Точно, вот он, рот. Выбрать. Oh, yes. These are all the times and places for Frank and Nathan's deals. Так. That's it. Прям детективы, реально, у нас все получается. Все, дальше. Зацепки Дэвида давайте теперь посмотрим. Thanks to David's own investigation, I should be able to find out what Nathan did during the party's week. Так. Тут надо аж три вещи. Но мне кажется, тут все должно быть с Кейт связано, да? А вот либо здесь Кейт, а, либо в координатах, что скорее всего. Does David know what's going on with Rachel? Или Рэйчел надо? Чего надо? Paranoid about everybody. Что вообще? Ну давайте попробуем вот так вот. Вот так вот. И координаты. Okay, this is just sad. Ясно, не то это все. Так, это что за листок? David really has been on Rachel's ass. Значит, надо, наверное, Рэйчел тут искать-то? Или что? Что надо? Фотография Нейтана. Look at all these license plates. I hope he was tailing Nathan. Ну, я не знаю, чья это тачка. Ну, давайте, Нейтан. Координаты. И фотка Нейтана. And о, that's all нифига себе. Please let me find some clues about Nathan in here. Тут по Нейтану и вовсе надо. Ну, давайте изучим. Great. Now, how do I find out which car is Nathan's to match the coordinates? Не знаю. Не знаю как. Ой, господи, боже мой. Who does this car belong to? А может у него действительно в координатах где-то написано же? Yep, another car David was tracking. Да вот это время. А... у него тут нету имен-то ведь. И как я должна это сделать? Of course Nathan drives an SUV. Так, у него красный внедорожник точно, а это что-то вообще другое ведь. That's definitely да, это Хлоина тачка. Здесь что? There's Nathan dealing to the kids right out in the open. Офигеть, нет, я поняла, короче, надо, на три. Эти. Да мне пофиг, что они в Counter-Strike там играют. Вот это надо выбрать. И вот это. Я права? Okay, this is нет. Just sad, Max. Нет, не права. Я не права. Interesting. ТВЛГ, ХТЗН. Nathan's car? А тут номер... Вот здесь вот какой номер? А тут другой. Ха. Зашибись. Но это Нейтана машина. Фара у него, потому что, по-моему, битая. Сейчас посмотрим. Да, у него фара битая, короче, так что... Это его тачка точно, но... Окей, давайте сделаем так. Итак... Да точно. Либо так. Come on. Deduce Nathan's license plate number. А, с координатами. Ох, ты какая умная, наугад буду. Oh, you're treading water, Otter. Try again. Не Max, то. There's no logical link between those clues. Не okay. То. Окей, значит, остается только... Tail light is busted. Только вот это. А что смысл с координатами-то? Okay, let's find out whose car this is. Нету же тут ничего такого вот. А, вот номер! Тьфу ты, ё-моё! Вот я дубина. Тут вот же номер-то. Машины. Ну все, значит, он точно подходит. Выбрать. Oh, yes. Now we're finally getting somewhere. Ну, действительно. Наконец-то. А, третья? Let's plug in these numbers and see if they lead to an actual address. Aye, aye, Captain. Here we come, Rachel. А, все что ли? Ты... этого. Зацепки Нейтана-то не будем, что ли? А, не, его будем. Ну ладно. Эй, тихо, не туда нажала. Зацепки Нейтана осталось изучить. Давайте. Нужно изучить смс-ки Нейтана, как разблокировать его телефон. Как? Не знаю, как. Давайте посмотрим. Числа могут пригодиться, но их слишком много. Либо красная подчеркнута, либо введенная в кружок тут подходит. Потому что я не знаю, короче, 95, 35 и 542. Не знаю, в общем, что это значит. Ну-ка, может тут... Couldn't hurt to give this pin code a whack. Пин-код.
Классно. 4 однерки. Круто. Зато вон пукко туда пакли. Не знаю, как раньше читать, взглянуть. A lot of numbers in here. Телефон, 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 телефон. Средний балл. Дата рождения. Так, ладно. Взглянуть. This is the Vortex Club party where Nathan drugged Kate. Did he do the same thing to Rachel at another party? Может быть. Это что такое? If there is проявочная. A dark room, we better find it. It's a good thing Chloe slipped all these files on her flash drive. А, это он писал Рэйчел в проявочной, Рэйчел в проявочной, Рэйчел в проявочной. Теперь я поняла, почему называется проявочная или как там наш этот. А это что такое? Oh, so busted. It's good to see the Prescotts can't cover up all their tracks. Сожалеем, что сообщаю вам, что вопреки многократным предупреждениям, ясно. Короче, вот это надо точно выбирать. Вот это точно надо выбирать. И вот это надо выбирать. А что еще? Что еще? Рисунок? Листок? Может, вот это все-таки? Точно. Okay. Так. Blow this code up and... Давай вычислим. Давай попробуем вычислить. Давай еще раз изучим. Let's start hacking. Ты серьезно? Ты серьезно? Пин-код. Ой. 1111. Окей. Oops. Bad code. В смысле? А, он сменил пин-код. Что там было? 95-35, по-моему. По-моему, так было. Yeah. I knew it wouldn't be that easy. Ты офигел? Так, короче, я сейчас сделаю так. Я это сейчас зафотою, подождите чутка. Там 4 цифры, это значит... Господи боже мой, грёбаные соседи, грёбаный сверлильщик. Открыть. Так, давайте тогда попробуем 58. Перематываем. Нельзя ничего блочить. Открыть. Так. 93. Ой, нет. Подожди, что я тут говорил? 95-35? У нас, по-моему, еще не получилось. Да, давайте еще раз. Да, гребаный зверелильщик. 35? Нет, неверный. Блин. 44-36. Да? Да. 39-88 остается только. 39-88. А чё тогда? Да в смысле? Ты чё гонишь? Да ну нафиг. И чё, 3,7, и чё дальше? Чё это даёт? Ничего-то не даёт. Чё, неужели он... Так, ну-ка, подождите, тут ещё есть цифры всякие разные. Сейчас я их тоже зафотою, короче. Но чё на самом деле надо, я не знаю. Так, дальше, где ещё у нас цифры-то есть? Вот здесь есть, но... Тут пин-код-то он, давайте этот пук-пак код надо тоже зафотать. Не знаю, как правильно читается, но мы всегда читали раньше пук-код. Но как-то это звучит не очень. Так. Окей, открываем, пробуем еще раз. Что мы можем попробовать? Мы можем попробовать дату рождения, но я думаю, это совсем тупо. Но давайте мы попробуем. Неверный, кто бы сомневался. 0198. Yeah, господи боже мой. 70-63. Ну чё ты так себя не любишь-то? Так, чё мы ещё можем попробовать? 10-10. Ой. Oops. Неверно. Bad code.
Потеряла, подождите, потеряла. Вот, 80. Да, господи. 6 0 3. И что тебе надо-то тогда? Какой еще-то код тебе надо? 540. Так, ну-ка подождите, там еще один я нашла. Я думала, там 3 цифры, но нет, там оказывается еще однерка. Господи, в конце. Да ну ты гонишь, что ли? Какой тогда надо-то? Я уже все перепробовала. Все ведь, но... Так нечестно вообще-то. Какой? Я не знаю. А! Господи, боже мой, пуп-код он просит. Подождите. Где тут у меня он был? А, господи, какой смазанный. О. А чё не водится-то? Никак не хочет водиться, я не знаю, что делать. Ну-ка, может надо на эту тему... Нейтан... Драться не умеет, ты рыскал в моей общаге, не видать тебе стипендии. О, господи, напугал. Может, что Хлоя нам скажет? Hey, Max, see if you can put together all those Rubik's clues. Ничего она не скажет нового. Это печально. Пистолет. Я не знаю реально, что ставить, какой код. Какой у него стоит там пин-код, какой он поменял. Sorry, we got Frank on our side without using you. Max, I know we can snap all these pieces together. Roger that. I'm gonna study the board and try to connect all... We've printed everything we need. Now it's time to focus on the big board. Тебе так легко это говорить, но я что-то не могу, блин, этот пин-код подобрать. Ну-ка еще раз этот листок давайте посмотрим. Я его еще по-новому пофоткаю. Ну тут только 3 542, но, блин. Чё это значит? Господи, боже ты мой! Чуть не обосралась, блин. Всё, хватит! Вот у меня такой дебильный сосед, он постоянно что-нибудь каждый день, по чуть-чуть, но что-нибудь, и нам ему надо посверлить прямо. Чё делать с тобой, короче, я не знаю. Вот есть какой-то 542? Красный, но... Ой, жди. 542 какой-то красный есть, но толку. Так, а вот все цифры-то, господи, боже мой. Сейчас мы их зафотаем получше. Да, господи. Руки трясутся, как у алкаша. Вроде я так не так много пью. Так, сейчас будем, короче, пробовать. Еще раз. Открыть. Опа. О! О! Он нам пук-код попросил, короче. Сейчас мы его ведем. Да, господи, еще найти надо. Вот он. А ты так будешь? Нет, не будешь. А так? Тоже нет, да? 8 7 8 9 7 8 0 8. Короче, так и надо было, что просто... Надо было просто, короче, сделать так, чтобы пин-код мы вводили неправильно. Соответственно, он просит пук-код ввести. И вот и все. Как делишки нужен G. Хорошо, ништяк. Ты продал мне воду. К трейлеру не приближайся. А, это он с этим переписывался, скорее всего. С которым мы только что... This is all about Nathan trying to score. Ты дома, у нас тут туса, я дома, выезжаю, готовь наркоту. Капец. Nathan was jonesing hard the night of the party. Здоров, мне нужно пополнить запасы как можно скорее. Я не занимаюсь доставкой на дом, у тебя есть машина. Времени нет, заплачу в два раза больше. Еще бы, возьму налом. И без... Скажи мне адрес. Могу дать тебе точные указания. Выезжаю, готовь деньги. Да. Drug dealer drama. Спишь, братух? Да, чё тебе надо? Чё, перуанские чешуйки, снежная кислота? Что?
Будешь платить по ночному тарифу. Не заставляй меня ждать. Прости за то, что я такой дурак. Мне нужно еще. Ты дома? Да. Не приходи и отвали. А кто кому пишет, я только не знаю. God, Nathan. You're out of control. Привет, нужна трава. Все остальное сейчас. Успокойся, ты под кайфом. Скоро буду. Подсови братишки, пожалуйста. Встретимся на пляже и не выделывайся. So it was you. Now I can officially call you a psycho. Держи рот на замке, умник, иначе я навещу тебя, я знаю, где ты живешь. No, Nathan, it's time for you to watch out, asshole. Феминизм будет... А, это вот он. О, это он мне писал. Ну да. Is this from Nathan's father? That's brutal. Убедительно прошу, не звони мне, когда я на работе. Я ведь уже говорил тебе. А то, что ты был под кайфом, больше не оправдание. Это настоящий бизнес. Я не какое-то хобби. А не какое-то хобби. Хочешь, чтобы я обращался с тобой как со взрослым, который сам сможет справиться с проблемами? Впечатли меня. Мое единственное желание — гордиться тобой. Пока что это не так. Офигеть. И чё? Ну что ж, мы от всех собрали, давайте дальше смотреть, кстати. Чё у нас, подождите, по времени? Take a breath, Max. Go through all this data, and you can find out where Nathan took Kate after the party. Ты серьёзно? Вот из этого всего? Да ты гонишь. Сколько я уже записываю? Во сколько я начала? Ну, можно еще, наверное, позаписывать. Имею в виду эту серию. Так, и что надо-то, я понять не могу. Листок. Это с перепиской все. Как это должна выяснить-то? Девять... 30 сентября, 9 вечера, по-моему. Да, вечера же. Но 10. Только не 9. Так. Это надо с этими, наверное, тогда смотреть по времени. 7, 10. Нет. Нет, 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 не то это. Это тоже не то. Это тоже не то. Это тоже не то. Это октябрь уже. Вот! Вот. Вот она. Вот это, значит, надо по-любому выбрать. Здесь у нас тоже совпадает. Значит, выбираем. И где-то здесь должно быть еще теперь. Да господи боже мой! Заколебал! So, he could be hiding clues there too. Либо вот это, потому что здесь 30 сентября. Так, это самый нижний. Да господи, не то. Самый нижний, короче. Правый и нижний. Взглянуть. Somebody is stocking up on тут тоже. Ну тут время, блин. Why? Не совпадает. Там 10 часов вечера. I know Nathan wasn't looking for Bigfoot in the forest. 8 p.m. Не то это. Не то, не то. Надо... Not much out there. Вот это может подойти, но оно не совсем, потому что полчаса. Но пока что оно подходит. Oh, that has to be the Prescott estate. Poor 11 p.m. Нам надо, чтобы было 10 часов, наверное. If Joyce knew what Nathan did to Chloe, she would fry his ass. Господи, что выбрать-то? That beach is like Frank's main office. Нет, тут точно не подходит. Так, здесь 11, короче. Но это, мне кажется, не то. Хотя... Мне кажется, вот... это. Да ты задолбал! Бесит. Ну, давайте попробуем. Нет, не то. I must have missed something. Ну давайте, короче, наугад будем тогда фотки выбирать. If I can match one of the text messages and transactions with Frank, then I can find this is like goddamn. А, с смс-кой. А мы какую выбрали? Вот эту? Точно.
Во сколько? В час? В час. Это было 10 вообще уже, получается. Хотя, если нам такие, то это 10 было, в 10 часов. А может, тогда в 11 попробовать? Вот это где-то было, по-моему. Нет. Да, это не то. Тогда надо смотреть, какое это, подожди, взгляну. Это 1 октября. Час. Ночь, короче. Надо смотреть, 1 октября, час, ночь. 10-е, 1-е. Не то это. Не то. Ну, может, я первые два не то просто выбрала. Ну-ка, подожди. Нет. А может? Since Kate left the party early with Nathan, I should search for texts, locations, and transactions in the evening. Вечера. Да господи, боже мой. Период вечера. Я все понимаю, что в период вечера, но... 10 пм. Ну-ка. Ну это другое число-то. Maybe I should try to link other. Да, давайте попробуем выбрать другие. Так, что тут еще есть? Я думаю, надо вообще первым взять что-то такое. Ну чё? Нифига так-то, короче, это сложно, я вам скажу. А когда была? Надо посмотреть по флаеру, когда была? 4 числа. Да? Да, 4 октября. Надо искать 4 октября, значит. Здесь у нас 1 октября. Здесь вот оно, 4. Пол шестого, короче. А, вот это взять. Да оно ведь, да? Это ведь оно? Да. 4 число. Дальше смотрим по листочкам, по этим 4. Вот это оно. Мне кажется, очень даже подходит. И теперь смотри, здесь 4. 4. 10. 4. 10. 4. У них просто сначала месяц идет, потом 6. Но там было пол шестого, а не 6,5. Четвертое число. Вечер, вот, может, все-таки оно? Fail. Abort. Ну-ка, это, которое я думала. Wrong clues. Max, just match the right text message with the right account book. Да ты чё такая простая-то? And you'll finally discover where Nathan took Kate. Нашла. This makes no sense. В смысле? Да смысла нету. 10, 4, 5, 36. И тут. Ну. Значит, надо другую. Эту выбрать, что ли? Ну, давай, попробуем другой листочек какой-нибудь посмотреть. Что тут еще есть? 10, 7. 10, 7. 10, 7. Вот еще есть. А, не туда нажала. No. This is not working. Ты гонишь, что ли? Ну. Блин, по смс-кам тут самое то прям. Ну-ка, подожди. 10-4. Давайте еще раз посмотрим. Может, есть еще 4 число. Вот еще есть. Точно. I'm pretty sure everything happened during that last Vortex Club party. 8 она состоялась. When was that again? Она состоялась 8, по-моему, да? 4 числа? So, 8 p.m. party was the 4th. Да, я говорю, 8 p.m. Это было после, правильно? Правильно. Это уже после, читать? Так. 10:30. А, отменить выбор. 10:30. 4:30.
Вот это может. Я уверена, что это. Да! У меня сразу был заподозрен этот сарай. Let me dig up some more clues here. Ну что там? Nope. Nothing, Max. В смысле? There's nothing here. Just some ну, старый barn. Сарай. Let's keep searching and find out who owns this haunted barn. I'm on this. Hold on. Somebody named Harry Aaron Prescott. Опа. I'm shocked. Should we call the police? Fuck that. You know the police here are like Nathan's private security, right? That's so messed up. As you've noticed, this whole town is messed up. We can't trust anybody. Да, только нам с тобой можно друг другу доверять. So we have to go out to that farmhouse by ourselves. О, Господи, Боже мой. I was afraid you'd say that. We could call Warren since he kicked Nathan's ass. It's just the two of us, nobody else. And I'm not scared at all. You have да, не надо никого этого ворона сюда приплетать. We have to find her, Max. We will. But remember, my power isn't infinite. We still have to be careful. Do you hear, Chloe? Yes, sir. Да, сэр. Короче, мы нашли, что это было где-то в каком-то сарае. Но это мы будем продолжать уже все в следующей серии. Но мы пока что с этими зацепками намаялись, и хватает пока что. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Всем удачи и пока. До новых встреч.